Добрый день! Сегодня я покажу, как рисовать игрушки на елке, чтобы они просматривались, и как это делать в рисунке гуашью. Я приготовила вот такую вот елочку, и сейчас я покажу, как можно еще сделать облака в небе. Вот можно жесткой кистью, вот так вот потыкивая, создать облачка. Вот такая вот у меня кисть. Свиная щетина, ее не нужно мочить, а прямо сухой кисточкой макаем в краску и затем вот таким вот движением делаем так, чтобы у нас распотрошился ворс, распушился и чтобы она оставляла вот такой вот след. И теперь мы можем приступить к рисованию игрушек на елке. Для начала мы должны пройти и сделать белым цветом подложку. Для чего? Потому что если мы начнем сразу наносить другие цвета, то они, вступая во взаимодействие с зеленым цветом, дадут совершенно другой цвет. То есть на просвете будет все-таки выступать зеленый. Поэтому мы сначала с вами должны пройти и аккуратненько нарисовать те игрушки, которые вы хотели бы изобразить. Вот у меня тут вифлеемская звезда на елке и шары. Других игрушек не будет. Ну вот еще я решила сделать гирлянды таким вот точечным движением. И вот эти вот игрушки сначала все проходим, рисуем белым. Дожидаемся, пока высохнет, или просушиваем феном. И потом приступаем к работе в цвете. Выбираете для изображения игрушек те цвета, которые вам нравятся. И немножко каждому цвету добавляйте белил. Когда вы закрасите все шары, то поставьте на каждый шар маленький блик, маленькую белую точечку, белую гуашью, которая нам показывает, что шар блестит. Это придаст большей натуралистичности. И кроме того, можно воспользоваться какими-то другими материалами декоративными. Я воспользовалась, например, блестящими гелевыми ручками, а не с блестками, и украсила ими игрушки. На звезду нанесла несколько штрихов золотых, на гирлянды, и на каждый шарик еще нарисовала блестящими ручками снежинку. Кроме гуаши и блестящих ручек гелевых, можно использовать, например, контуры. Это акриловая краска, заключенная в тубы. Бывают золотых, серебряных и разных красивых цветов. Если этот мастер-класс был вам интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много мастер-классов в разных техниках и разной сложности. Желаю удачи!